Амстердам и не Одесса. Но море теплое и радостный народ напоминают молдаванку и пересы. Трудяга порт в тумане утренней зари, грохочет музыкой цепей железных кранов. И рестораны, 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 как на параде боевые корабли. Приморский город на скалистом берегу, омытый солнцем и свирепыми штормами. Дух и чувств Россию под ногами, домой дышит и надышаться нет. Приморский город, Владивосток, твои тенистые аллеи и бульвары, девицы знойные изгибом стройных ног, вбивают гвозди каблучками в тротуары. Фонтан свежащий от восторга детворой рассыпал радугу до самого причала. И океан такой огромный величава волну резвящуюся гасит за кормой. Приморский город на скалистом берегу, оплот страны, краса и гордость русской славы. Иду и чувствую дыхание державы, в тебя гляжу, ты наглядеться не могу. Приморский город на скалистом берегу, оплот страны, краса и гордость русской славы. Иду и чувствую дыхание державы, тобой горжусь и распрощаться не могу. Приморский город, Владивосток, здесь не Париж, не Амстердам и не Одесса. Но море теплое и радостный народ напоминают молдаванку и пересы. Трудяга порт в тумане утренней зари, грохочет музыкой цепей железных кранов. И рестораны, 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 как на параде боевые корабли. Приморский город на скалистом берегу, омытый солнцем и свирепыми штормами. Россию под ногами, домой дышит и надышаться не готово. Приморский город, Владивосток, твои тенистые аллеи. Рубрика «Чего дома сидеть?». Итак, друзья, подошла к концу наша поездка по Дальнему Востоку, по Приморью. Владивостоку. Мы посетили Лучегорск, Рейники, Находку, остров Русский. Прошли немало километров, спускались на седые глубины Тихого океана. Вот. Поездка была исключительно замечательная, мне все понравилось. Путешествуйте, не сидите дома, люди будут вам завидовать. Владивосток – самый лучший город в мире!